мне поставила с обоих на одно и то же время. Да, рисовка изменилась. Но... Hey, анимация. Порнхаб. Майни и Лентяйка вновь с вами. Привет. Всем привет. И сегодня с реакция на новый бесит от Федора комикса. Блин, на самом деле очень долго не входили новые выпуски бесит. И я смотрю, что и стилистика поменялась. Катя показал старые бесит. Да. Несколько. И мы увидим, насколько она спрогрессировала, насколько она стала более качественным, не знаю. Хотя и так все было очень круто. Ну, будем, короче, смотреть. И... Торопись, у нас сейчас обед. Котлетки. С макарошками. Он своей огромной жопой садится мне прямо на... Ну что, док, а в этот раз... Что, история Богдана? Ты! О, Хованский. Док, что он здесь делает? Секундочку. Вообще пофиг. Так. Ой. Видимо, сегодня я поставила с обоих на одно и то же да, время. Рисовка изменилась. Но... Hey, анимация. Порнхаб. Что? Это ж... Расслабьтесь. Согласно моему расписанию, у Хованского сегодня последний сеанс. Так что просто усаживайтесь поудобнее и расскажите мне что-нибудь. Очень удобно. О, у него фиолетовая бабочка. Да ты офигел! Посмотри на его наглую рожу. В прошлый раз он вообще сказал мне, что у него диплом поддельный. Бесят люди, халатно относящиеся к своей работе. Взялся, берись и не жалуйся. А то потом сидишь на кассе или в регистратуре и смотришь на меня с таким лицом, будто бы я нарушил твой царский покой просто фактом своего существования. Да. Молодой человек, давайте резче. За вами очередь миллион человек. Вас много, а я одна. Но... Ты слышишь, Бузова? Мало паладин. Ну, держите. Что это? Это не деньги? Помельче давай. Я тебе что, банк или обменник? Да, жиза. Мне вообще иногда наглеет до предела. Да. Ты куда это в таком виде собрался? Да я в твое время и думать о таком не могла. И вообще, в твоем возрасте уже не шляться, где попало надо, а семью создавать. Вон, Ванька из третьего подъезда, сын Людки. Это с этого да, с Лагерской академии. Да. Ваню родил, а ты? Ну а я детей не хочу. Как это? Нет, ты должен. Я тебя столько лет рожала, и ты не роди. Радость на лице. Да, например. О, кэсочка. Ну вот ты опять свой компьютер включил. По РЕН-ТВ сказали, что после него потом ходят по школам, стреляют. Вот снова моя геройская академия. Да. Ура, Рака. На зоне окажешься. Что на зоне парень? Окажешься. Блатная музяка. Да людям в принципе свойственно лезть в чужие дела. И прикольно. Не говори, если да. Ты отличаешься от массы по весу, расе, полу, национальности, украинцы, ну да. Тебя ведь непременно в это тыкнут. Общество или государство, например. Пидоры. Все вокруг Милонов. Пидоров. Я найду этих пидоров. Сложно будет найти, пиздец. Ну так странно идти качать свои права в гей-клуб. Типа, заходи, никто не будет парить. Надо быть пидором. Чтобы понимать, что надо быть пидором. Обратной стороной тех, кто лезет в твою жизнь с советом, являются те, кто к тебе за ним очень навязчиво приходит. Привет. Привет. Ты занят? Немного. Ясно. Почему ты меня игноришь? Да. Тебе на меня все равно. Где эмодзи в конце твоих сообщений? Мне нужны скобки! Эмодзи! Да нытик повсюду! Эмодзи! Ой, вот был бы я тобой, мне бы повезло, но я родился собой, и мне не везет! Ой, какой смысл что-либо делать, если не получится? Пойду сброшусь с крыши! Это что, Эмма? Ты меня да. Слушаешь? Люди, которые из раза в раз повторяют свои проблемы, не прикладывая ни малейших усилий для их решения. Да, они никогда ничего не добьются. Потому что кто виноват? Реклама, общественный транспорт, телевизор, паблики, соцсети. Но никак не они. Никчемные, бесполезные... Эй, это ты про меня? Зачем на личности переходишь?
Идиот, я сейчас говорил в общем, но если тебе так хочется, то да, я говорю про тебя и про то, какой ты жалкий. Так это про меня? Если кто-то здесь и никому не нужен, это ты сделал. Офигенно, сейчас просто. Ничего в жизни не напишешь, не сливающий гнев человеку, который... Неплохо. И видео не нужно включать. О, там видео Гравити Фолз, книжка. Остановись! Тебе не кажется, что мы ищем не того виноватого? В смысле? Куда собрался? Что? Мой рабочий день закончится. Твой рабочий день закончится, когда мы тебе скажем, ясно? Ты уже даже не притворяешься, что хочешь выслушать нас и решить наши проблемы! Ой, а ты только сейчас заметил, да неужели? Ты ему все больше и больше насрать, разве это не очевидно? Нет, знаешь, нет, я уйду отсюда сам и с гордо поднятой головой. Адьё! О-оу. Неплохо он так ушел. На хованский тахал, оказывается. И все-таки хорошо, что он ушел, да? Теперь мы одни. Ой, куртку забыл. Забавно. Прикольно. Круто. Я очень надеюсь, что серия бесит возобновится. Ну да, было бы интересно. Она крутая. Типа, мне вот нравится бесит, особенно вот сейчас по-новому еще даже как-то подача пошла, и она прям кайфовая. Да. Федор Комик сделал еще бесит. Мы будем смотреть. И говорить, классно! Е! Радость. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на канал. Напишите, что вас бесит в комментариях. Будет интересно почитать. Да. Меня бесит Майни. Меня бесит твоя шлюха рядом. Тупые комментарии, просто дегротские. Ладно, ребята, всем удачки. Не подпишись на канал. На инстаграм. На инстаграм и подпишись, я тебя лайкну и, возможно, подпишусь взаимно. А еще добавляйся ко мне в друзья ВКонтакте, потому что я тебя добавлю. Все ссылки в описании. А теперь всем пока. Пока.